Я работаю поваром, и в тот день, когда все произошло, ехал на работу. Ехал в трамвае, и в какой-то момент у меня закружилась голова. И начала отказывать левая часть тела, и я начал падать с кресла. Люди помогли, я доехал до остановки, до Красноармейской, вышел из трамвая и подошел к переходу. Начал переходить дорогу. Там уже я вообще не смог никак действовать и упал на дорогу. Прохожие мне помогли и дотащили до земли. Дальше уже они вызвали мне скорую, приехала скорая и меня забрали. 18 июня к нам поступил пациент по скорой помощи с клиникой инсульта. То есть у него было ограничение движений в левых конечностях и были нарушения речи. Сразу же на уровне приемно-диагностического отделения была сделана компьютерная томография и была выполнена также ангиография. И в дальнейшем уже было принято решение о применении именно эндоваскулярного метода лечения ишемического инсульта, которое направлено на как можно скорейшее восстановление мозгового кровотока и, следовательно, то есть восстановление полноценной жизни нашего пациента. Пациент молодой, и мы как бы боролись до конца, потому что в случае неуспеха операции или ее невыполнения пациенту в лучшем случае грозило стать глубоким инвалидом, ну а в худшем случае, конечно, пациент бы погиб, и шансы на это были довольно-таки велики. Вдобавок к тому, что была закрыта правая средняя мозговая артерия, у пациента была еще диссекция внутренней сонной артерии, которая, на наш взгляд, и привела к возникновению тромба и его миграции в среднюю мозговую артерию. И мы были вынуждены установить туда сосудистый стенд, то есть прикрыть данный дефект, которого в норме быть не должно.